Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. Сегодня речь пойдет об очень интересной и уловистой вертушке, блесне вертушки от компании MAPS. Модель называется Comet, Comet Black Fury. Фурия, как ее многие называют. У меня в руках моделька идет второго номера и весом 4,5 грамма. Данная модель имеет 6 типов размеров и, соответственно, развесовка имеет от 1,5 грамм до 9 грамм. Соответственно, от ультралайта до лайта. Приманки очень уловистые. Скажем так, среди серий MAPS вертушек, они, именно комета, считается некой такой универсальной блесной. Лепесток фурии имеет форму, похожую на такой, скажем так, овал. Умеет отлично держать струю. Лепесток легко заводится при начале проводки, даже самой медленной. От своих, скажем так, собратьев отличает ее, вот, допустим, если взять обычную аглию, у нее более такой округлый лепесток, соответственно, на струе она не совсем хорошо работает. У лонга более такой длинный лепесток, соответственно, струю держит очень хорошо, но вибрации, скажем так, от данной приманки, от лонга, настоящих водоемов, не совсем такая внушительная. Вот как раз таки вот эта блесна является промежуточной за счет формы лепестка, не круглого и не сильно вытянутого, такой некий овал. Она уже тоже хорошо держит струю и настоящих водоемов имеет уже такие довольно-таки активные возмущения. Лепесток блесны изготовлен из латуни. Лепестки имеют 4 покрытия. Скажем так, цветовых покрытий. Это серебристое покрытие полностью у лепестков, медное, золотое на вид и черное, вот как в данном случае у меня. Также у каждого цветового, скажем так, покрытия имеются вот такие вот наклеечки, нанесенные на лепесток, как видите. И вот эти наклейки имеют 3 цвета, соответственно, вот этих точки и надписи. Соответственно, все наклейки идут черные, фон черный у наклеек, и точки вот зеленые, бывают желтые и красные. Ну, по заявлению производителя, при проводке вот эти самые точки, они как бы создают некую такую мелькающую игру, скажем так, визуальную. Ну, конечно, это я не знаю, проверить очень тяжело в плане, как это нравится рыбам, но данный вид моделей блесны очень уловистый, очень отличные положительные отзывы, я и сам, в принципе, на нее отлично ловлю. Вот двоечка считается некой такой универсальной блесной, соответственно, на нее ловится очень много различных видов рыб. Это окунь, белый хищник, это жерех, соответственно, голавль и прочие. Также, соответственно, отлично реагирует на нее щука. Ну, под щукой все-таки размер, я бы, конечно, если чисто как щучью брать блесну, размер все-таки лепестка я взял бы побольше, где-то порядка 4 номера. А так как универсальная блесна, вот двоечка, в принципе, отличная. И очень много мне разнорыбицы приносила на реке данная вертушка. Хорошо работает в различных условиях, опять же, повторюсь, как на течении, так и на стоячей воде. Всем рекомендую данную блесну к покупке. Соответственно, цвет уже подбирайте сами, кому какая нравится. Всем спасибо, до свидания.